Для того, чтобы приготовить вкусный пирог из слоеного теста с фруктами, не обязательно должно быть большое количество ингредиентов. Пирог из слоеного теста со сливами. Для пирога из слоеного теста со сливами нам нужно будет слоеное тесто, сливы, можете взять любые фрукты, которые любите вы. 6 столовых ложек сахара и 3 столовых ложки крахмала. Тесто слоеное можно взять как готовое, так и домашнего приготовления. Раскатаем тесто по форме. Дно формы, в которой мы будем выпекать пирог из слоеного теста, дно формы присыпем овсяными хлопьями. Укладываем слоеное тесто, собирая края тесто гармошкой. Раскатываем вторую часть слоеного теста. Слоеное тесто раскатываем средней толщины. Укладываем вторую часть.
подготовленную основу из слоеного теста посыпаем 3 столовыми ложками крахмала. Выкладывать сливы. Подготовленную основу из слоеного теста мы выкладываем сливы. Распределим сливы по всей форме. Сверху посыпаем сахаром. Сливовый пирог похож на огромную тарталетку. Украсим пирог полосками слоеного теста.
Смазываем бока и верх теста крепким чаем. Смазанный крепким чаем сливовый пирог из слоеного теста отправляем в духовку при температуре 180 градусов не менее чем на 30 минут. Из слоеного теста со сливами готов. Обязательно дождемся, пока пирог остынет. Из слоеного теста со сливами готов. Приятного аппетита!